Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем цифровом форуме. И мне сегодня выпала огромнейшая честь рассказать про социальные проекты. И, наверное, вы уже это и привыкли слышать очень часто именно от меня. Но здесь даже есть такая большая интересная предыстория, потому что в этом году мы очень сильно хотели перезапустить наш любимый социальный проект «Я мама», которым я несколько лет назад занималась, который запускала, который собрал более 16 тысяч участниц по всей России. Действительно, мы тогда набрали очень классных, хороших спикеров, сделали чудесные подарки и получали просто бесконечный отклик, отзывы от вас о том, как изменилась ваша жизнь, как повлияли некоторые спикеров на вас, и, конечно, для нас это всегда было таким очень теплым, приятным, как просто бальзамом по сердцу. И вы знаете, когда мы приступили к тому, чтобы перезапустить этот проект, конечно же, мы решили не делать все сами, мы подключили для этого наших лидеров, нашу любимую Ирену Валентиновну, и вот после одной из таких встреч Ирена Валентиновна вернулась крайне неожиданным предложением. И она сказала, что проекта «Я мама» для нас, для нашей сети очень мало, это очень узко. И в этом году мы решили сделать большой социальный проект, который будет называться «Женщина, которая вдохновляет». И вы знаете, мы уже решили не ограничиваться на проекте «Я мама», но, конечно, забегая вперед, я скажу, что он тоже останется. Но проект «Женщина, которая вдохновляет» будет содержать в себе 7 блоков разных направлений, по которым женщина, девушка может развиваться. И вы знаете, по нашим ощущениям, мы смогли охватить все те важные сферы, которые есть у каждой из нас. Это wellness, благотворительность, предпринимательство, которое, естественно, мы все любим в нашей компании, красота и стиль, личное развитие, семья и отношения, ну и, конечно, наш социальный проект «Я мама». И вы знаете, нас ждет в этом году, я думаю, очень большой увлекательный путь, потому что мы, конечно же, хотим из каждого направления выбрать приоритетные товары, приоритетную продукцию, которым поддержим каждое направление. У меня в планах найти нам очень интересных девушек, женщин, амбассадоров, которые бы помогали нам погружаться в эти направления, обучать нас, где-то подсказывать, и где-то мы будем брать информацию, которой нам не хватает в нашей жизни. И сейчас я остановлюсь чуть более подробно на двух направлениях, которые у нас сейчас уже точно, можно сказать, проработаны и даже не просто готовы к запуску, а они уже реализуются. И первое – это, конечно, направление wellness, про которое, мне кажется, уже, наверное, с конца прошлого года наша сеть шумит, и, конечно же, это прекрасные наши БАДы, молекула Форте. И, конечно, здесь у нас такой огромный пласт задач, дел, которые в этом году запланированы. Я уверена, что вы знаете, что нас ждет еще онлайн-форум 28 апреля, который будет только этой теме посвящен. Нас ждет школа развития человека. Конечно, та самая, которая у нас была много лет назад, и будет такое большое ее тоже перерождение. И я уже точно знаю, что многие люди и планируют туда поехать, и очень ждут, и скажу сама лично, так как я и занималась этой школой развития человека еще более 10 лет назад, я тоже с таким трепетом к ней отношусь. И, конечно, сейчас уже, да, идут образовательные программы, системы продвижения, и там просто много-много всего, что хотелось бы сделать, но здесь, конечно, не буду раскрывать вам все карты, потому что я знаю, что вас сегодня ждет еще выступление бренд-директора направления wellness Юлии Трат, которая уже детально и подробно вам про все это расскажет. Но это то направление, которое уже с нами, уже в нашей компании, и мы в нем уже активно участвуем. Второе направление – это социальный проект «Я мама». Здесь, конечно, нам уже, так скажем, все понятно с точки зрения того, что мы уже его реализовывали. Но мы точно увидели, чего не хватало в первом проекте, каких тем, каких направлений. Мы точно поняли, что нам не хватает еще какой-то живой коммуникации, поэтому в этом году мы будем как проводить и онлайн-формат с точки зрения онлайн-форумов, вебинаров, мастер-классов, прямых эфиров, и также мы постараемся внедрить офлайн-мероприятия как большие, так и, конечно, региональные, и здесь, наверное, я не могу не попросить вашей помощи и поддержки, потому что особенно дорогие женщины, дорогие девушки, без вас мы точно не справимся. И это два направления, которые сейчас у нас полностью готовы.
запущены, и мы начинаем в них развиваться. Но, конечно же, остается еще 5 направлений. И здесь, вы знаете, мы очень тонко и чутко прочувствовали, что когда мы вместе с вами что-то делаем, конечно, это намного лучше. Поэтому я уверена, что Ирена Валентиновна соберет еще обязательно лидеров, чтобы мы каждое из этих 5 направлений прописали, прочувствовали, вы высказали свою обратную связь, дали нам вектора и направления, чтобы то, что мы создавали, было интересно не только нам, как создателям, а нам вместе было в этом интересно участвовать, развиваться и творить. Поэтому в этом году я вас поздравляю, и нас ждет чудесный, замечательный проект «Женщина, которая вдохновляет». Я думаю, мы с вами еще много раз увидимся, услышимся, поэтому до новых встреч! И, конечно, нас ждет удивительное, интересное погружение в наш чудесный проект с wellness'ом. И, наверное, самую большую часть в нем уже с прошлого года заняла новая великолепная линейка. Даже, наверное, не могу не сказать, та линейка, которую я часто вижу у коллег на рабочих столах, потому что все тоже ей пользуются. И, конечно же, это наша линия «Молекула Force». Ну и, конечно же, здесь будет огромное количество того, что мы придумали, что мы хотим сделать. И, конечно, очень хочется вас пригласить на онлайн-форум, который будет проходить 28 апреля. И я уверена, что там будет огромное количество полезной информации. Школа развития человека.